снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы продолжим играть в великолепнейшую игрушку под названием «Несыть». И в прошлой серии, ребята, мы остались на том, что мы дошли до босса, которого никак не могли победить. Я пробовал после этого даже в офлайне его победить, но никак у меня это дело не получалось. После этого мне написал разработчик, говорит, вот смотри, говорит, скоро времени выйдет билд исправлен, где босс будет убиваемый. И вот он наконец-таки вышел. Сейчас он у меня, можно сказать, эксклюзивный, потому что мы списались с разработчиком. Сейчас я буду первый, кто выложит более крутую версию исправленную и с кое-какими интересными даже пасхалками. Сейчас вы все это дело увидите. И, кстати, да, игрушка вышла в Стиме, в Гринлайте, поэтому, ребята, если вам всем нравится Несыть, то рекомендую, прям вот говорю, вот заходите в Гринлайт вот прямо и голосуйте, чтобы эта игрушка вышла в Гринлайте, чтобы она вышла полноценной версией, потому что Несыть реально крутая, очень здорово сделана, я думаю, что вам стоит поддержать. Думаю, нетрудно это сделать, поэтому просто переходите в Greenlight, если вам эта игра понравилась, вам хочется увидеть больше по ней роликов, более завершенную версию этой игры и всякое такое, то думаю, вам стоит перейти в Greenlight и там уже проголосовать. Ссылку также в описании оставлю, плюс на сайте разработчика также, по ссылке также в описании, можно будет скачать вот эту вот расширенную версию, доделанную, поэтому там же вы сможете также клацнуть на Steam Greenlight и все всякое такое. Ладно, давайте продолжим играть, пройдем до конца, сразу же начну с последнего уровня, 14 уровень это песочница, я могу там просто всякой фигней пострадать. Ну да ладно, переходим к уровню жижа, горшочек не варим. Ну что ж там будет, я уж не помню на самом деле, чем там все закончилось, поэтому прочитаю заново. Кристалл, нам нужен ваш тонкий вкус и чувство прекрасного, мы разработали питательную субстанцию для червей, мы называем ее жижа, способна самостоятельно поглощать мелких насекомых, балансируя свой состав нужными микроэлементами, оперативно размножаться, нужно оценить ее вкусовые качества, грубо говоря, съесть на запись экспериментальную порцию. Попробуешь? Бета. Сам внизу еще выкрикивают. Ну что, попробуем. Вот он, тот самый босс жижа, и от него надо скорее сваливать, я полагаю, потому что прошлый раз, когда я пытался с ним познакомиться, меня это уничтожало. И когда я умру, кстати, думаю, покажу вам интересную пасхалочку, которая здесь есть. Это очень круто, думаю, многим также это понравится, и многие захотят попробовать на деле эту пасхалку, потому что она реально прикольная. В общем, здесь босс начинает разделяться на маленькие части, и эти части нужно будет поглощать, чтобы они также не разрослись и не дать, конечно же, сожрать самого себя. Вот таким вот образом мы должны напасть на вот этого товарища и его потихоньку слопать. Так, только я что-то делаю это совсем неправильно, и в итоге меня съели. Ну ничего, сейчас я приловчусь. Так, пошел вон! Ух ты, я успел его сожрать до того, как он сам отдастся этому огромному гаденышу. Так, ух ты, мой братан, дай мне свой хвостик пожевать. Ну ладно, пусть он пока идет отсюда, я что-нибудь другое съем. Надо найти другого товарища, которого пока... Ой, ёперный театр, ты какой огромный-то. Ух ты, его съели, давайте его с конца тогда пожрем, 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 пожрем. Ух ты, тут еще и зеленый есть недоеденный. Так, тогда давайте за зеленым пока. Сейчас я дорасту, побольше стану и можно будет съесть этого черного червя. И после этого... Так, после этого съедать уже маленькие субстанции от самого главного босса. Блин, только он их охраняет, и я не могу подойти слишком близко. Если я подойду, меня в итоге он сожрет. Так, ух ты, я достаточно большой, я думаю... Да, я их быстро могу уничтожать. Давайте сейчас быстренько их уничтожим и будем прыгать, чтобы он не успел мой хвост съесть, так как когда мы прыгаем, у нас хвост реально быстро подтягивается к нам. Так, ух ты, какой большой-то. Ёп, давай. Мы его почти съели, давай. Ух ты, отлично, все уничтожили. Смотрите, как он все-таки пытался разрастись, но в итоге разрослись мы. Ух ты, ё-моё, какой он огромный. Так, ну, ничего, попытаемся сейчас. Кстати, я умер и забыл вам показать то, что хотел. Ну ладно, сначала давайте босса пройдем, а потом я вам покажу, как это все дело выглядит. Что же я там вам такого интересного хотел показать. Так, внизу, кстати, хелсбар босса вроде как показывается. Это довольно прикольно. Нет, только не откуси меня, не откуси. Блин, да ладно. В общем, ребята, смотрите, сейчас покажу вам кое-что интересное, по крайней мере, думаю, вам это понравится. Такс. Да, вот оно работает, ребята, да. Такс, и я могу управлять этой самой жижей, я ей могу играть и вот так вот ползать, указывать ей направление, жрать все подряд, и также она будет разделяться на всякие части и всякое такое. В общем, довольно любопытно, на самом деле, это выглядит. Кто хочет поиграть за жижу, вы это можете сделать. Хотя она достаточно медленная, но прикольная пасхалочка. Можно поиграть за самого босса, не только играть за червей. Так, ладно, давайте попробуем пройти. Черт, у меня на этот раз почти получилось, на самом деле. Блин, а! Нет, только меня не лопай. Вали скорее, червячок ты мой. Так, с вот этого мы можем съесть? Ну, почти. А, нет, все, я его съел. Отличненько. Так, давайте продолжим хавать их.
Надо будет сейчас побыстрее разрастись и не сдать этому слизняку, этой жижи точнее, устроить нам беду. Хотя пушас я его практически победил, можно сказать. Блин, вот он съедает кого-то, доедает моего братана. Катана такс. Надо быстренько сползать, съесть вот этих вот засранцев. Так, вот этого давайте слопаем, этого мы можем себе позволить. Так, отличненько. Чё ты застрял-то? Так, это живой или... А, не-не-не-не-не-не-не-не. Братан, мы с тобой почти... Почти братья. Давай ты не будешь меня трогать. Я подумаешь, съел всего лишь твоего родственника, судя по всему. Но ты все равно бы его съел в будущем сам, поэтому... Блин, тут слишком много их появилось. Я не успею, наверное, съесть их так. В таком количестве. Или успею? Давай-давай-давай-давай-давай. Нельзя дать им расплодиться в гигантскую армию, иначе это будет реально хреново. Так, этого слопали. Кстати, я не знаю, если я их съедаю, то я тоже расту или нет от его кусочков. Вроде да. Блин, какой же он огромный. Жесть. Так, нужно съесть его другие части, чтобы он не успел все-таки расплодиться по всей карте и не устроил здесь полное безумие. Так, давай. Блин, я не могу так развернуться. Он сейчас сожрет мой хвост. Нет. Да какого хрена-то, а? Я пытался остановиться, но у меня не получилось. Ой, мой братан, сейчас ты меня съешь, да, еще? Как окажется... Ох, нет, я успел его все-таки слопать. Так, но эту бошку я не осилю. Это я не смогу проглотить. Мне надо очень быстро разрастись до нужной... До нужной массы, чтобы все-таки не дать ему хавать других чуваков. Так, иди сюда. Это во имя всеобщего блага. Так что не обижайся на меня. Так, все, он породил новых этих чуваков. Я уже довольно большой, поэтому если я быстро к ним подкачу, то я успею их съесть. Давай. Так, и когда он, кстати, эту маленькую жижу производит, то... Получается, он сам в росте уменьшается, поэтому нужно поймать момент, когда он будет супер маленький, а мы супер большими, скажем так. Так, ну я уже довольно неплохо разросся, 42, по-моему, будет максимальный мой рост. А нет, даже больше можно расти, или это здесь? Типа в этой версии я могу стать настолько больше. Так, все, надо ждать, когда он станет еще разделиться, и я смогу снова поесть его, пожрать. Ну блин, он снова огромный. Он снова огромный, и он стал так, что я не могу съесть его товарищей. Ладно, давайте дальше хавать всякое... О, он разделился, он стал меньше. Такс, давай. Все, эти хаваем. Всех съем. Всех. Давай. И этого тоже. Ух, отлично. И это сам босс? Yes, ребята, победа! Победа! Все круто. Я победил, прошел этого босса наконец-то. Шикарно. Я уж думал, что у меня не получится в этот заход. Ну, вообще-то у меня получилось бы, я в это верил. Так, пока что-то мне там говорят, я не успел почитать те титры, которые мне в конце показывали. Блин, можно реально огромным разрастись. Я даже в песочницу сейчас зайду, чтобы все-таки посмотреть, что там такое интересное. Уж больно мне любопытно. А, 60 максимальный рост получается. Прикольно, мы огромные такие. А в песочнице, может, максимально можно хоть на весь экран быть? Было бы здорово. Ну ладно, давайте посмотрим финальные титры, что там в итоге будет. Такс, и здесь Олег Козлов, это у нас автор игры. Он с 2011 года, считайте, делает несыть, поэтому это уж тем более надо... поддержать эту игрушку, чтобы она вышла в Greenlight. Мне кажется, она прикольная и стоит ее поддержать. Тут какая-то музыка играет на фоне, надеюсь, она не авторская, поэтому буду разговаривать, сами послушайте. Художественное оформление, там звуковые эффекты, перевод на английский, тестирование. Титры кончились, можете нажать Escape, вернуться в меню, либо подпевать. Нет, спасибо, подпевать не буду. Попробую поиграть в песочницу, значит, и посмотреть, что же там. В итоге, что здесь можно сделать? Здесь, кстати, еще маленькие всякие нюансы допилили, типа, что если, типа, у тебя есть ребенок, и ребенка съедают, то ты вернешься на, вроде как, на главного своего червя, который был до этого, который породил этого ребенка, и всякие другие мелочи здесь подправили, и это довольно интересно, я считаю, такс. Ну да, здесь можно просто ползать, расти, увеличиваться, жрать все, всех и вся, наверное, такс. Ну, в общем, в целом, я очень доволен этой игрушкой, что я ее... Что вы мне ее посоветовали, скажем так. И давненько я не видел таких качественных проектов. Поэтому я очень надеюсь на то, что игрушка будет полноценной в ближайшем будущем. И так что надеюсь на вашу поддержку. И вообще ставьте лойсы, конечно же, если вы хотели бы, чтобы, когда игрушка выйдет уже полноценной, я поиграл в нее еще... Прошел ее полностью также.
и всякое такое. Так, ну 60 здесь максимальный рост, к сожалению. Я бы хотел, чтобы в будущей версии можно было вырасти почти на весь экран. Здесь, конечно, и так мы большую часть экрана занимаем, но я бы хотел, чтобы прям, знаете, одна голова по всему экрану ползала. Это какой-нибудь там, не знаю, чит-режим безумия или что-нибудь в этом роде, так бы он назывался. Ну ладно, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилась данная игрушка, данные ролики по ней. Поэтому в скором времени, думаю, выйдет продолжение. Если вы в Гринлайте проголосуете. Я вас, наверное, уже задолбал этим Гринлайтом, но мне просто очень хочется увидеть продолжение. Поэтому я вам так это, можно сказать, даже навязываю. Ладно. Все ссылки в описании. В новую обновленную версию вы также можете поиграть. Ссылка на скачивание будет в описании. Гринлайт также в описании. На этом все. Увидимся в следующий раз. Удачи, хорошего настроения, не скучайте, не болейте, не забудьте также подписаться, лайков поставить и все такое. Пока!